Позади дни и ночи тяжелой подготовки и пройденный отборочный тур, который привлек более 2200 учащихся. Финальную стадию соревнований прошел лишь 121 участник от 7 до 12 лет. Самых достойных отбирали в Нарынской, Джалабадской, Чуйской, Баткенской областях и в Бишкеке. И вот теперь все в ожидании кульминации конкурса «Умников и умниц» собрались в библиотеке имени Баялинова. Среди конкурсантов и ученица 3 класса Азиза. Она приехала из Иссык-Кульской области и надеется выиграть ноутбук. Готовилась очень упорно вместе с моей подружкой. Заняла 3 место. Когда говорили итоги, я очень волновалась. Думала, что уже не победила. И когда объявили, что я получила 3 место, я была, мягко говоря, очень удивлена. И рада. Популяризация кыргызского языка, литературы и культуры среди детей, вовлечение детей и родителей в чтение книг и журналов. Эти и другие задачи преследует стартовавший в стране Кубок Баластан. Интеллектуальное состязание среди школьников приурочено к году развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей, а также в честь 30-летия государственного языка. В будущем организаторы намерены проводить конкурс систематично, причем в каждом регионе отдельно. Бугачейн, Аймахтардан, биз шу финалга окучуларды. Мы отобрали лучших учеников со всех областей страны. В финал прошли свыше 100 школьников. В будущем мы думаем создать аналогичный конкурс в каждом регионе. Например, Кубок Баткен-Баластан. Надеемся, что такого рода мероприятия выступят стимулом для развития образования в стране. Экзамен начался. Родители и учителя рядом. Несмотря на конкуренцию, переживают и оказывают друг другу поддержку. Ведь заявок на участие поступило более чем достаточно. А сегодня соревнуются самые сильные. Классман 8 балла качка. Я приехала из Нарынской области. Во втором туре с нашей школы участвовали 8 детей. 3 из них прошли финал, включая моего внука. Вот жду теперь результатов. Я считаю, что это очень эффективные конкурсы, поскольку даже глядя на выигравших участников, другие будут стремиться в следующий раз тоже пройти хотя бы в финал. Кубок Баластан организован впервые Министерством образования и науки совместно с одноименным интерактивным журналом. Невзирая на итоговый результат, результаты, победы и разочарования, хочется отметить неподдельное стремление детей развиваться и не отставать от времени. Изада Румбаева, Джентай Макенов, Пирамида.